Привет, друзья! Думаю, многие любят капусту по-грузински. Я иногда делаю ее быстрым способом, и она готова за 3 дня. Нам понадобится капуста, я беру маленькие вилки, острый перец, его всегда берите по вкусу, соль, сахар, укроп, у меня укроп сушеный, свекла, корень хрена, чеснок и горошком перец, ну и, понятное дело, вода. Чеснок нарезаем пластинками. Корень хрена нарезаем кусочками. Острый перец нарезаем произвольно. Семена я не очищала. Свеклу нарезаем тонкими пластинками. Капусту брать лучше маленького размера. Разрезаем на дольки вместе с кочерыжкой. Все перекладываем слоями в кастрюлю. У меня кастрюля на 6 литров. Капуста, свекла, корень хрена, чеснок, острый перец, горошком перец, укроп. Приготовим заливку. В воду добавим соль, сахар, перемешаем и отправляем на плиту до полного закипания. Как только закипело, заливаем капусту. Ставим гнет и оставляем на 3 дня. Я оставила на кухне. Потом капуста слегка осядет. Прошло 3 дня, и вот такая капуста готова. Капуста получается вкусная, хрустящая, слегка острая, поэтому остроту всегда регулируйте на свой вкус. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!